я решил небольшой сюжет снять и показать вам. Эта баржа идет из города Гента в сторону Франции. Я посмотрю, как снимает видео в такой сильный ветер. Да, конечно, надо мне использовать микрофон, который гасит это ветровые все защита от ветра. Надо будет использовать, когда я буду сейчас записывать. Я вот сейчас сниму такой небольшой репортаж красивый. Вот. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.